В Беларуси существует уголовная ответственность за хранение, употребление и распространение наркотиков. А нужно ли вести ответственность за употребление психотропных веществ? Спросим об этом у прохожих на улицах Минска. Да, должна быть. А почему? Ну, потому что те люди, которые употребляют наркотики, они в первую очередь, у них свой есть круг общения, в котором они могут своим друзьям тоже посоветовать их употребить, таким образом распространяя эту привычку вредную. Конечно. А почему? Ну, это вопрос безопасности страны вообще. Ну и здоровье людей. Поэтому я считаю, что тут даже нет вопросов. Я считаю, что нужно. А почему? Почему? Потому что это зло. Безусловно. То, что сейчас случается с молодежью, это просто ад кромешный. Уголовную. А почему? По высшей мере. Каждый должен нести ответственность за содеянное. Уголовно, как бы ничего криминального в этом нет. Это выбор каждого человека все-таки. Но все-таки употребление наркотиков это не есть хорошо. Поэтому все-таки какая-то ответственность должна быть. Конечно же, следует. А почему? Ну, в принципе, если человек употребляет, то ему вполне возможно, что может не хватить денег. И он может начать распространять наркотики. Да. А почему? Чтобы предотвратить это. Нужно. А почему? Ну, чтобы не было вообще наркоманов у нас. Вообще, это выбор каждого человека, так что я считаю, что не нужно. Но в тюрьму, может, нет просто какое-нибудь такое наказание, чтобы выплачивать. Я сам не гражданин Беларуси, но, наверное, думал, что да. Я считаю, что да. Ну, потому что их употребление незаконно, во-первых. Потому что такие люди потенциально опасны для общества. Ну, считаю, что тоже нужно вводить там. Употребляя, они могут, ну, и других подсадить. Я думаю, не нужно, это же все уже, ну, личный выбор каждого. За распространение, да, а за употребление, я думаю, не стоит. Конечно, нужно. А почему? Ну, потому что это вредит и семье, и родным, и близким, и самому себе, и отражается и на детях, и на всем. Конечно. А да. Почему? Более строгую даже, чем за хранение, за распространение. А почему? Ну, потому что страдает тот человек, который употребляет прежде всего. Его здоровье рушится.